Уважаемая Марина Олеговна, уважаемые коллеги, добрый вечер. В своем докладе мне хотелось бы представить проблему инвазивного аспергиллеза у больных баклеточными лимфомами и представить наш опыт, опыт нашего центра Института онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Как известно, баклеточная лимфома — это потенциально излечимые злокачественные опухоли. На сегодняшний день создано много новых направлений в терапии баклеточных лимфом и других лимфом тоже. И помимо стандартной химиотерапии применяются интенсивные схемы химиотерапии, используются новые таргетные препараты, иммунопрепараты. Также широко применяются методы трансплантации костного мозга и в последнее время это метод картоклеточной терапии. Но, однако, есть обратная сторона медали этих всех новых направлений и методов лечения. К сожалению, увеличивается инфекционное осложнение на фоне противоопухолевой терапии. Поскольку баклеточные лимфомы относятся к тем больным, которые являются иммуноскомпрометированными, и у них также возникает повышенный риск оппортунистических инфекций, в том числе инвазивных микозов. И инвазивный аспергиллез на сегодняшний день занимает первое место. На долю инвазивного аспергиллеза приходится до 80% всех инвазивных микозов. И лимфомы на сегодняшний день занимают второе место по распространенности инвазивного аспергиллеза среди всех онкогематологических больных после острых лейкозов. Что известно на сегодняшний день по зарубежным исследованиям? Инвазивный аспергиллез у больных с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями встречается с частотой от 3 и до даже 21%. Основные факторы риска — это пожилой возраст, статус заболевания, то есть это резистентное рецидивирующее течение, нейтропения, проведение более двух линий полихимиотерапии, раннее лечение флудорабином, применение высокодозной химиотерапии с трансплантацией костного мозга аутологичными клетками с целью консолидации проведенного эффекта, применение брутиниба и предшествующий инвазивный аспергиллез. Группа итальянских исследователей недавно определили некоторые группы больных баклеточными лимфомами в группу промежуточного риска развития инвазивных микозов. К ним относятся диффузная крупноклеточная лимфома с рецидивирующим и рефрактерным течением, и также больные лимфомы Ходжкина, которые получают схему биокоп эскалированной. Группа японских исследователей разработала шкалу риска развития инвазивных микозов у больных лимфомами на фоне противорецидивной терапии. В данное исследование было включено 177 пациентов в течение 6 лет. Эти пациенты получили более двух линий терапии. Всего было выявлено 16 случаев инвазивных микозов и определили факторы риска у этих пациентов. Это агранулоцитоз, первичная рефрактерность и проведение более двух линий терапии. Таким образом, была разработана бальная система, на основании которой можно определить, к какой группе относится пациент. Если низкий риск, то частота инвазивных микозов составляет около 0,19%. Если же пациент относится к высокому риску, то частота инвазивных микозов достигает 9%. Но, однако, все проведенные на сегодняшний день исследования, они являются, включают гетерогенную группу пациентов, то есть это не только лимфомы, туда могут быть включены и множество миелома, а также лимфомы Т-клеточного происхождения. Поэтому в нашем центре мы решили изучить инвазивный аспергиллез конкретно у группы больных баклеточными лимфомами. И целью нашего исследования является повышение эффективности лечения баклеточных лимфом, осложненных инвазивным аспергиллезом при проведении противоопухолевой терапии и аутологичной трансплантации стволовых кровотворных клеток. Для реализации этой цели мы поставили следующие задачи: определить частоту инвазивного аспергиллеза у больных баклеточными лимфомами, изучить этиологию инвазивного аспергиллеза, определить факторы риска развития инвазивного аспергиллеза, изучить клинические проявления, методы диагностики, проанализировать эффективность терапии инвазивного аспергиллеза и оценить влияние инвазивного аспергиллеза на результаты лечения баклеточных лимфом. Таким образом, наше исследование
Обошли пациенты с Б-клеточными лимфомами. Их было 813 суммарно. Это пациенты с лимфомой Ходжкина и не ходжкинские лимфомы, только Б-клеточные. Из них у 126 пациентов был диагностирован инвазивный аспергиллез. Большинство пациентов – это были пациенты нашего исследовательского центра. Но также были включены пациенты из других стационаров города Санкт-Петербург. Всего период наблюдения и включения в исследование составил 20 лет, с 1998 по 2017 годы. Все пациенты с инвазивным аспергиллезом были разделены на две группы. Это пациенты с лимфомой Ходжкина и неходжкинские Б-клеточные лимфомы. Пациенты с лимфомой Ходжкина в основном были молодого возраста. У всех была классическая лимфома Ходжкина. Примерно одинаково они распределились по стадии, локализованные, распространенные. Также пациенты одинаково распределились и по фазе заболевания. Среднее количество курсов, которые они получили на момент инвазивного аспергиллеза, было 4. И большинство схем включали глюкокортикостероиды. У группы неходжкинских лимфом средний возраст составил 54 года. В основном это были пациенты с диффузно-крупноклеточной Б-клеточной лимфомой. Чаще встречались пациенты с распространенной стадией. Также достаточно большое количество курсов с глюкокортикостероидами, практически все, более 90%. И среднее число курсов, которое было проведено на момент инвазивного аспергиллеза, составило 2 курса. Для постановки диагноза инвазивный аспергиллез мы руководствовались алгоритмом, который был разработан Европейской ассоциацией клинической микробиологии инфекционных заболеваний. Он заключался в следующем. При повышении температуры тела у любого пациента, получающего противоопухолевую терапию, выше 38 градусов, в течение ближайших 24 часов мы выполняли компьютерную томографию легких, и при выявлении любых изменений инфекционного характера в легких мы выполняли фибробронхоскопию с забором бронхоальвеолярного лаважа. И таким образом далее бронхоальвеолярный лаваж мы также исследовали. Выполнялся тест на галактомонан, микроскопия, посев. И также тест на галактомонан выполнялся в сыворотке крови. И таким образом мы получили следующие результаты. Частота инвазивного аспергиллеза у больных Б-клеточными лимфомами составила практически 5%. Статистически значимой разницы между группами лимфомы Ходжкина и неходжкинскими лимфомами мы не нашли. Также не нашли разницы у пациентов в одной большой группе Б-клеточных лимфом между пациентами, получающими первичную терапию, и терапией по поводу рецидива. Но, однако, если рассмотреть каждую группу в отдельности, то в группе больных с неходжкинскими лимфомами, которые получали противорецидивную терапию, частота инвазивного аспергиллеза составила более 10%. Это достаточно много. И мы определили частоту после аутологичной трансплантации костного мозга, она составила 2,86%. В основном инвазивный аспергиллез развивался на первых курсах химиотерапии. На фоне противорецидивной терапии наблюдалось 2 пика развития инвазивного аспергиллеза. Это первый и второй курс. И уже пациент, который получил много курсов, более 6 курсов, также риск инвазивного аспергиллеза вновь повышался. По этиологии инвазивного аспергиллеза у Б-клеточных лимфом основным возбудителем был аспергиллез фумигатус, но что интересно, что практически с такой же частотой встречался и аспергиллез нингер. На третьем месте стоит аспергиллез флавус. Также инвазивный аспергиллез сочетался с другими микозами, и с мукромикозом, и с кандидозом, и также встречалась и пневмоцистная пневмония. Частота бактериальных инфекций составила 33%. Фактически одинаково часто была и грамм-плюс флора, и грамм-минус флора, и смешанная флора, и вирусные инфекции встречались почти в 12%. Какие факторы риска мы нашли в больных Б-клеточными лимфомами? Это Б-симптомы в дебюте заболевания, рецидивирующее резистентное течение, сопутствующая патология легких, почек, проведение лучевой терапии на область средостения в анамнезе и агранулоцитоз. В отдельной группе больных с лимфомой Ходжкина был выделен дополнительный фактор риска – это сопутствующая вирусная инфекция, а у неходжкинских лимфом – это проведение более 2 линий полихимиотерапии.
В 100% случаев инвазивный аспергиллез поражает легкие, но также отмечалось сочетанное поражение легких и других органов. У больных с лимфомой Ходжкина был один пациент с поражением центральной нервной системы и легких. У больных с неходжкинскими лимфомами поражались придаточные пазухи носа, но также отмечался в двух случаях диссеминированный аспергиллез с поражением и центральной нервной системы, и мягких тканей. Основные клинические проявления были неспецифичными для грибковой инфекции, так же, как и при других инфекционных осложнениях. Чаще всего встречался лихорадка, кашель и дыхательная недостаточность. При оценке рентгенологической компьютерная томография выполнялась практически всем пациентам, при этом двустороннее поражение легких отмечалось более чем у 70% больных. Чаще всего это были очаговые изменения, инфильтративные изменения в легких, неспецифичные. Также матовое стекло встречалось примерно у 30% больных. Более специфические признаки для грибковой инфекции, это симптомы ореолы и серпа, были достаточно редко, менее чем у 10% больных. Также для диагностики инвазивного аспергиллеза мы выполняли фибробронхоскопию после компьютерной томографии. Она была выполнена большинству больных. Тест на галактомонан как в сыворотке крови, так и в лаваже был положительным более чем у 80% больных. Но, однако, положительных результатов по микроскопии и пассиву мы получили очень мало. Гистологическое исследование пораженных тканей также выполнялось достаточно редко, примерно около 6-6%. Таким образом, на основании проведенных исследований диагноз инвазивного аспергиллеза вероятный был установлен почти у 94% больных, а инвазивный аспергиллез доказанных у 6,3%. В антимикотической терапии преобладал вориконазол. Также применяли амфотерицин Б и итраконазол. Эмпирическая терапия была назначена 34% больным. И в стартовой терапии все-таки использовался вориконазол в первую очередь. И длительность терапии составила в среднем 53 дня. Антимикотическая терапия в целом была достаточно эффективна. Полное разрешение инвазивного аспергиллеза было достигнуто более чем у 60% больных. Вторичную профилактику получали около 40% больных, но, несмотря на это, рецидив инвазивного аспергиллеза возникал у 13% больных. Мы оценили эффективность антимикотической терапии. Таким образом, 12 и 24-недельная выживаемость у больных бактериоклеточными лимфомами и инвазивным аспергиллезом была более 80%. Также мы оценили влияние фибробронхоскопии для ранней диагностики инвазивного аспергиллеза и увидели, что по выживаемости 12-24-недельной и 1 года общая выживаемость была статистически различна между пациентами, которым проводилась фибробронхоскопия и которым не проводилась для ранней диагностики инвазивного аспергиллеза. Те же результаты мы получили и в сравнении пациентов, которые получали и не получали вариконазол для лечения инвазивного аспергиллеза и также получили статистически значимую разницу в выживаемости. Поскольку период наблюдения в нашем исследовании составил включение пациентов около 20 лет, мы разделили пациентов на три группы и выявили, что выживаемость пациентов, которые получали противогрибковую терапию в последние годы, была тоже статистически значимо выше, чем у тех пациентов, которые получали терапию в конце 90-х, начале 2000-х годов. Вероятно, это тоже связано с подходом к лечению больных, с терапией и с диагностикой. И последняя наша задача, которую мы должны были решить, это оценить влияние инвазивного аспергиллеза на результаты лечения бактериоклеточных лимфом. И выявили, что инвазивный аспергиллез не влияет на общую выживаемость, на выживаемость без прогрессирования и безрецидивную выживаемость бактериоклеточных лимфом как при первичной терапии, так и при терапии рецидива. Но, однако, при рассмотрении отдельной узкой группы больных с лимфомой Ходжкина, которые получали терапию рецидива, мы выявили, что инвазивный аспергиллез все-таки влияет на общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования в течение 2 лет.
Ну, на выводах, наверное, я не буду останавливаться. Последним своим слайдом мне хотелось бы сказать, что если есть те факторы развития инвазивных микозов, на которые возможно повлиять, на них можно и нужно влиять. Таким образом, мы сможем хотя бы частично снизить риск развития этих грозных осложнений у наших пациентов. Спасибо за внимание.